Совместно с местными исполнительными органами определены 743 тысячи рабочих мест с потенциалом трудоустройства в текущем году. Установлены индикаторы охвата 571 тысяч самозанятых из числа лиц, выявленных в ходе подворового обхода. Большинство участников вовлекаются в программы продуктивной занятости и развития территории. Более половины из них будут трудоустроены на постоянные рабочие места, другие направлены на субсидируемые рабочие места и на обучение по востребованным профессиям. Мониторинг трудоустройства в режиме реального времени в разрезе любого населенного пункта, где реализуются проекты, будут осуществляться по созданной нами электронной карте трудоустройства.